Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем обзоре мы посмотрим посылочку с Озона. На сей раз покупка была совершена в русском интернет-магазине на фоне его коврейшества зелененького цвета. Так, посылка здесь с кучей полезных вещей для детей, для взрослых и для ремонта, конечно же. Посылку, доставка с Москвы до славного сибирского города осуществляла курьерская служба озоновская, по идее, до дома. Но до дома они обещали мне приехать только через 3 дня, а мне посылку тут нужно было чуть-чуть пораньше. Поэтому я забрал ее сам. Что же тут внутри у нас? Внутри у нас находится куча упаковочного материала. Пузырики. И далее мега полезные штуки, такие как зеркало выдвижное для ванны, сделанное в стране Китай. Один кран Гроя для ванны тоже. Отличные детские книжки для того, чтобы писать, для того, чтобы считать, для того, чтобы быстро читать, вернее, обучаться быстро читать. Далее, для того, чтобы правильно питаться, но уже не детские. Волшебные линии, еще одни. И еще одна книга для правильного питания от Виктории Бутенко. Далее у нас идет такой вот замечательный душ, гигиенический. А это у нас что такое? А это же кран на кухню. И звезда сезона, комплект. Кран для раковины, кран для ванны и душ. Эта штука стоит в Озоне без скидки 12, по-моему, 13 тысяч рублей. Со скидкой мне обошлось в 10. А если покупать это раздельно, то оно будет стоить, наверное, 1015-20, наверное, минимум. В общем, такой вот замечательный чудо-комплектик. Но про него расскажем позже. Короче говоря, бесплатная доставка. Килограмм, наверное, 15 ушло. Всего этого было осуществлено курьерское. Если бы я дождался, проявил терпение, они бы привезли это все сами. Так как терпежа не было и возможности ждать, я съездил за этим сам. Скидка с этого была 20%. В других интернет-магазинах стоило намного дороже, но в розницу это и подавно. А с учетом того, что в декабре все подорожало, вообще просто подарочная цена. Так что спасибо за внимание. Покупайте в интернет-магазинах, в том числе и русских. Всего хорошего.